Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала «Эзотерика для тебя». Друзья, в этом видео мы уделим внимание луку, луковой шелухе и расскажем о том, как с помощью луковой шелухи вы можете привлечь деньги в вашу жизнь. Как мы все знаем, лук – это растение, которое не только является хорошим средством для борьбы со многими бактериями, вирусами, но его также относят и к оберегам. В нем содержатся вещества, которые отпугивают нечистую силу, а также уберегают от энергетических атак. Луковая шелуха, как и сам лук, является отличным оберегом от нечистой силы. Она позволяет защитить дом от сглаза и препятствует проникновению недружелюбных мыслей. А стрелки данного растения, если их выращивать в поддоне или горшке на подоконнике, уберегут вас от завистливых взглядов и злых языков. Также луковую шелуху вы можете использовать для притягивания денег. Для этого ее счищают с овоща, хорошо просушивают и помещают в чистую коробку. Когда приходит время докладывать шелуху, важно сначала в коробку поместить руку и произнести следующие слова: «Как шелуха шуршит, так и пусть и деньги шуршат в моих руках». Если же ее становится слишком много и она не помещается в вашу коробку, где вы храните луковую шелуху, то необходимо ее сжечь. Но вначале нужно поблагодарить за ее действие. И следующую делать уже на растущей луне, собирать, мы имеем в виду, луковую шелуху. Вот, друзья, вот теперь вы знаете, что с помощью луковой шелухи вы можете привлекать деньги в свою жизнь. Каждый из нас постоянно использует лук, потому что это наша традиция, это наша культура, но также мы можем использовать и для притягивания денег в нашу жизнь. Поэтому, друзья, обязательно попробуйте этот ритуал для привлечения богатства. Ну а с вами, как всегда, был канал «Эзотерика для тебя». Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, и мы с вами увидимся уже в следующем видео.